На закате жизни приезжайте в настоящий индийский дворец. Час пробил. Речь идет об отеле, все постояльцы которого люди пенсионного возраста. Вроде тех, что на побережье Флориды. Да, только с живыми слонами. Начинается посадка на рейс 247 до Дели. Хотите попробовать? Называется Алука Пурака. Нет, спасибо, не ем то, что не могу выговорить. Вы первый раз в Индии? Да. Думаете, все обойдется? Вас ждут невероятные впечатления. Добро пожаловать в лучший экзотический отель Мариголда. Приготовьтесь увидеть чудо. Позади меня индус. Я хочу в другой отель, который в рекламном проспекте. У нас в Индии есть поговорка. В конце все обязательно будет хорошо. Поэтому если сейчас нехорошо, значит это еще не конец. От режиссера фильма «Влюбленный Шекспир». Индия — совершенно иной мир. Главная сложность — принять его таким, какой он есть. И не только принять, но и наслаждаться им. Обладатель премии «Оскар» Джуди Денч. У меня появилась работа, первая в жизни. Сейчас произнесу свою первую в жизни речь. Представьте, что они голые. Боюсь, на этой теме я поставила крест несколько лет назад. Обладатель премии «Золотой глобус» Билл Най. Вот, пожалуйста. Как новенький. В самом деле? Да нет, конечно. Хотите, я не починю этот стул? Номинант на премию «Оскар» Том Уилкинсон. Как вы терпите эту страну? Что нашли в ней вы и чего не вижу я? Свет, цвета, улыбки. Здесь я постоянно учусь. Обладатель премии «Оскар» Мэгги Смит. Она благодарит вас за доброту. Но я не была с ней добра. Вы единственная, кто ее принимает. Есть все равно не буду. Fox Searchlight Pictures представляет. Я мечтаю построить такой крутой дом престарелых, что они откажутся умирать. Увы, он покинул нас. Окажем ему последнюю честь. Я что, отрубился? Индия, как и сама жизнь, наверное, такая, какой мы сами ее воспринимаем. Что, обделались? Вы в порядке? Только воды глотну. Это был джин с тоником. Уже сама поняла. Лучший отель в Мариголде. И вы не боитесь заниматься сексом в таком возрасте? Умрет, значит, так суждено.